Здравствуйте, дорогие друзья! И вот наконец-то ко мне приехала еще одна очередная новинка. И как мы видим, это у нас куклы Monster High. И сразу же две куклы в одной упаковке. Единственное, что меня огорчило, то что у них нет подставок. И почему у них нет подставок, даже не знаю, потому что коллекция это как бы старая, ну, не новая коллекция, и почему у них нет подставок, меня вот это вот очень удивило. Ой. И вот, и уже брак. У Слоумо порваны штаны. Но это не беда, это зашить можно. Вот. Ну вот, значит, моя парочка. Они у меня тоже будут парой. И вот что с ними было, значит, в наборе. Вот такой вот дневник, который тоже на английском языке. И вот здесь их фотография. Это у нас Слоумо и Гуля Елпс. Они оба зомби. Поэтому сделаны как бы в таких мрачных серых тонах. И, кстати, я заметила у Слоумо, что у него одинаковая обувь. То есть вот этот носок смотрит туда, и этот тоже. То есть обе правые туфли, по-моему. Я их пробовала поменять, но смотрится то же самое. Вот. Значит, рассмотрим Гулю сначала. У Гули кожа серого цвета, так как она зомби. На голове у нее вот такой вот находится большой кокон волос, смотанные вот в такой вот, да, шишак. Но я это называю коконом. И это все очень сильно залачено. То есть твердый стайлинг прям. На волосах у нее закреплена вот такая вот заколка. Она закреплена резинкой, но ее можно вот здесь вот тоже снять. И вот здесь у нее находится вот такая вот защелочка. Это она просто закреплена на волосах резинкой. Ну, естественно, кокон этот я сейчас распущу после обзора и помою ей все волосы, потому что волосы я люблю кукол прямые. И не такие жирные. Как на ощупь, вот здесь они вообще так жирные. Я вон наконец-то избавилась от жирности волос у куклы Барби из коллекции Стиль. Кое-как мыла ее всем подряд. Сначала Фэри, потом после высыхания опять жирно. Потом я мыла мылом Дав, опять жирно. Я пошла мыть содой, опять жирно. Я пошла мыть хозяйственным мылом, опять жирно. Ну и, в общем, вот так вот всем пробовала мыть. И теперь у меня вот так же год спустя я решила помыть волосы перевыпуск Apple White. И у нее тоже ужасно жирные волосы. Теперь я ее мою уже в хозяйственном мыле. И уже пробовала соду, фейри пробовала и мыло Дав. Теперь она у меня в хозяйственном мыле лежит. Пока ничего не помогает. Не знаю, также буду мыть, когда поможет какое-нибудь средство. Надеюсь, Гули поможет с первого раза кипяток и простой шампунь. Вот, значит, вот такие вот синие волосы замотаны в большой кокон. И, надеюсь, у нее там длинноватые волосы, не такие коротенькие, как, например, у Поппи О'Хара. Потому что я люблю кукол очень длинные волосы. Дальше у нее идет в ушах вот такие вот сережечки. Они у нее... Так, снимать не буду, вот так. Они у нее, в общем, сделаны такие необычные в виде рук. Вот у нее вид как палка и вот такие вот руки вместо сережек. На глазах у Гули одеты вот такие вот ее, конечно, стильные очки, зауженные вот сюда. Вот. Но они просто здесь не держатся, они сваливаются. Я их потом уберу. Она у меня без очков будет,
как и все остальные куклы, потому что очки, они падают, а оставлять их, они вообще были у нее закреплены в коробке вот так косо-криво. Здесь куча этих было надето, штырьков. Это меня ужасно бесит. Вот. Ну и тоже макияж у нее вот такой вот, сине-черный, мрачный, так как она зомби. А на шее у нее вот такой вот ожерельце, бусики красные. Тоже закреплены они резиночкой. И здесь, как вишенки, у нее вниз свисают два черепа. Здесь, если присмотреться, то такие вот черепушечки. Платье у нее красно-черное. И снизу у нее вот такая вот идет юбка из сетки, которая прозрачная и голубого цвета. Наверное, под волосы ее, потому что у нее здесь тон весь идет красно-черный. То есть у нее он и платье, и сережки красные, и заколка ее черно-красная. Вот такое вот платье, которое тоже он черное, с рисунком руками и сердечко вот из грудной клетки. Пояс тоже пришит красный на платье. И обувь у Гули вот на такой высокой платформе, сплошном каблуке красного цвета. Вот, значит, вот такая вот у нас Гули. Поставим ее вот так вот. И рассмотрим слоумо. Так, у слоумо в комплекте идет вот такой вот букетик с черной фольгой и черным бантиком завязанным, с держателем вот здесь для руки и тремя черными розами. Подарок для Гули букетик. Ну и как я уже показывала, вот у нее есть брак. Да, и это сейчас я зашью после обзора. Вот, значит, рассмотрим сверху. У слоумо идет такая же, вот здесь вот обшита бархатом, как у куклы Хантера Хансмана из кукол Эвер Афтер. И еще так же, как у Венеры Макфлайтроп, у нее тоже идет бархат с одной стороны обшит, а вот здесь вот волос. Также у слоумо, у него вот здесь снизу как бы побрито, но здесь обшито бархатом. И вот такие вот у него волосы, все дыбом тоже сделаны, что как бы выстрижено, как прическа газон. Вот здесь у него идут мягкие волосы, кстати, они не облиты лаком, вот здесь внутри. А вот здесь немножко они вокруг лаком облиты, но ему мыть, естественно, я не буду волосы, потому что здесь у него-то, как говорится, три волосинки всего лишь, то есть их не выпрямить никак, ничего с ними не делать. То есть, а помыть, они только все распушатся и все. Так что вот будет так, как есть. На лице у слоумо, как мы видим, вокруг глаз у него такой присутствует зеленоватый оттенок. Так же, как у Гарта Дюрока. Ну, Гарту Дюроку я этот оттенок скрыла, но и у меня, конечно же, естественно, меньше зелени у Гарта Дюрока, потому что я выбирала в магазине, у которых меньше крапинок. Как мы все знаем, что у Рошель и Гаррета в этой коллекции, где их двое, свидание в Скариже, у них там на лице крапинки такие, словно они как будто ветрянкой заболели. То есть у нас их было много очень в детском мире, и можно было выбрать. Я выбирала те, у которых вообще очень мало крапинок. Или вообще их нет. Поэтому, естественно, у Гаррета там меньше зеленовато. Но все равно Гаррету я одела очки, и у него меньше видно. Специально даже покупала очки для Барби, которые выглядят как мужские. Ну, а слоумо, естественно, у меня нет очков. Если от Гули одеть, они, естественно, будут падать. Вот. Ну, я думаю, и так тоже нормально, потому что он как бы зомби, поэтому у него глаза как бы идут такие вот зеленоватые оттенком. Губы, кстати, у него идут раскрашены светло-голубым цветом. Вот. Одежда у него идет вот такая вот как бы кофта сиреневого цвета. Вся на липучках сзади. И здесь у нас идет на кофте такой рисунок, как бы
Бантик у него весь красный сверху и грудная клетка. В одном кармане у него торчит нарисованный платок и свисает вот такой, ну, паутине паучок. Из другого кармана у него торчит рисунок, вот такая вот скелет рука. И штаны вот такие вот на ощупь, да, как они бумажного цвета. И прошиты, как я уже сказала, не очень. Вот здесь вот брак был. Вот. Ну, это не беда, это зашить можно. Вот. Ну, и вот такие вот сиреневые ботинки. И, кстати, штаны у него вот с лампасами идут вот такая вот. И вот здесь тоже сиреневые. Вот, значит, и вот такие вот ботинки, как я уже сказала, что мне кажется, что это два правых ботинка. Потому что вот этот носок смотрит туда, и этот тоже. Вот. Ну, наверное, это может быть так специально сделано, потому что это зомби, они как бы так ходят медлительно, вот так и рычат руками. Вот. Ну, кто видел фильмы «Зомби», тот понимает, как выглядит зомби. Особенно самый лучший фильм про зомби – это «Ходячие мертвецы». То есть это даже не фильм, это сериал. Вот. И кто не видел «Ходячие мертвецы» сериал, советую посмотреть. Это офигенный сериал. Я с каждым разом жду новых сезонов, вот, чтобы посмотреть. И уже хочется, чтобы был финал сезона, чтобы окончательно... уже все было, конец. А то ждать как бы постоянно сезонов этих ходячих мертвецов уже надоедает. Так, сейчас мы присобачим его такой букетик к руке. Так. Но я, кстати, нашла им подставку. Так что ничего страшного. Ну, в принципе, некоторые могут сделать подставки сами. Я просто не умею делать. Это надо что-то покупать, там, держать или палку. И... Ну, в принципе, если подумать, то можно сделать. Я просто не хочу. Я у других кукол забрала и все, подставку. Ну, вот, в общем, вот такая вот у меня парочка зомби. Мальчик Слоумо. И девочка Гулия Елпс. Это зомби. Куклы Monster High. И это коллекция «Любовь не умирает». И ждите мои следующие обзоры. Следующих кукол я буду заказывать Бониту Фемур и Каста Фирс.